Меня зовут Полехин Денис. Я представляю город Тула, команду Ерохин Тим и клуб «Сотня». Он и стойкий хорош, и сам выход из самбо. Это человек разносторонний, и у него нет слабых качеств. У меня большой опыт выступлений. Я дрался в разных организациях, по профессионалам и по любителям. Я хочу проводить как можно больше боев, получить пояс и драться. Мы пашем, постоянно пашем. Просто делаем небольшие корректировки с учетом предстоящего соперника. Ну, это, несомненно, спортсмен мирового класса, чемпион Европы по боевому самбо.